Иван проведет ловушки на этом острове 18 тысяч лет. Какие достижения он совершит? Неужели он единственный человек в этом мире? И что произойдет после того, как исчезнет стена? И вот чудесным образом родился Иван. Чудо рожденный, ему 19 лет, родился он 23 июня и любит он, похоже, ягоды. Назвал он свое поселение вполне оригинально – Одинакие. И давайте дадим ему девиз. Время лечит. Иван уже начал обустройство своего поселения, построил костер, чтобы согреваться в холодной ночи, и построил первую палатку. И, кстати, началась эпоха льда, пошел первый снег. Зачем только Иван строит вторую палатку, это непонятно. У Ивана на острове уже есть животные, например, этот заяц, а также две мухи и какая-то прыгающая точка. Зачем Иван построил четвертую палатку? Ладно, Ивану лучше знать. В целом, его поселение уже выглядит довольно-таки уютненько. Прошла уже сотня лет, снег полностью растаял и наступили теплые деньки. Иван улучшил одну палатку до хижины. На его острове появилась курочка и плюс один заяц. Ивану исполнилось уже 300 лет. Настроение у него нейтральное. Он еще улучшил две палатки до хижин и на данный момент рубит деревья. Культура у него уже 11 уровня, изучил дома 3 уровня, острые топоры, эффективность копания, порты, дороги, мельницы. Но, к сожалению, так как он находится на изолированном острове, у него просто нету места, чтобы все это построить. Бедный Иван, мне тебя очень жаль. Прошло уже около 1000 лет. Наступила эпоха слез. Иван у нас стал грустным. Скорее всего, он думает о том, что он запер здесь навсегда. Он не может увидеть, какой прекрасный мир за стенами. Он просто стоит и смотрит в одну точку. Скорее всего, у него уже депрессия. Единственное его развлечение – это смотреть на животных, рубить дрова и добывать ресурсы. Прошло около 5000 лет, и началась жаркая эпоха солнца. Все деревья на его острове были высушены. Ну а Иван, к счастью, еще жив. Кажется, он потерял смысл что-либо делать. Он больше не добывает ресурсы, не собирает цветы и не рубит деревья. Кажется, ему этот мир стал абсолютно понятен. Прошло около 15000 лет. Наступила эпоха надежды, и абсолютно не зря. Ивану приснился сон о том, что скоро его жизнь очень сильно изменится. И он даже не представляет, насколько. Но все равно он еще находится в депрессии. Вы что, видео монтируете и делаете это не Filmora? Я расскажу, почему тебе нужно срочно скачать Filmora с огромным количеством функций, которых нет в тех приложениях, в которых ты монтируешь. Тут есть искусственный интеллект, который выполняет всю работу за тебя. Можешь задавать все вопросы ему. Искусственный интеллект, который сам сделает за вас музыку без авторских прав, и музыка адаптируется под тему вашего ролика. Этот робот еще и умеет сам отделять голос от музыки. Сразу же в самой Filmora вы можете сгенерировать картинку по вашему описанию и сразу же сделать обложку для видео. Если вдруг твой микрофон не очень, то Filmora повысит качество твоего звучания и уберет шумы. Ускоряйте и замедляйте видео в 2 клика. Мгновенно преобразуйте речь в субтитры. Легко создавайте озвучку с функцией текст в речь. Легко контролируйте соотношение сторон видео. Вырезать любой объект из видео теперь супер просто. Лучшие редакторы Filmora тщательно отобрали лучшую музыку, заголовки и другие эффекты для вас. Переходи по ссылке снизу и скачивай Filmora сейчас. И вот наконец-таки прошло 18000 лет. Иван изучил все возможные знания, но, к сожалению, не смог реализовать все вживую. Все эти мысли есть только у него в голове и на бумаге. И настал тот час, когда Иван увидит весь мир. Стена наконец-таки исчезнет. Иван из-за этого был просто счастлив и сразу же начал строить порт, чтобы поскорее выбраться с этого острова. Я заселил 100 человек в поселение Ивана и по 100 человек раскидал по всему континенту. И также соединил его остров. Теперь его государство можно называть не Одинакий, а Семья, так как он теперь не один. И его жизнь станет намного лучше. Ивана, кстати, провозгласили королем. В принципе, неудивительно. После чего наступила ночь. И за всю эту ночь должно что-то произойти. И неожиданно началась война с соседним государством. У Ивана появилась очень странная черта. Голоса в голове. Это очень сильно может сказаться в будущем. Ну а тем временем враги были полностью захвачены. Соседнее поселение, увидев всю мощь Ивана, просто без войны вступило в их состав. Государство Ивана процветало с каждым днем. Иван наконец-таки понял, что он не зря ждал все эти 18000 лет. Вся его жизнь не была напрасной. Неожиданно два государства объявило войну Ивану. Недолго думая, Иван сразу же направил свое войско и успешно захватили первое поселение. Затем второе. И, к счастью, враг не обладал огромной армией, и благодаря этому Иван смог объединить полностью весь мир. Теперь все будут жить в мире и согласии. Их самая большая мечта Ивана была исполнена. У него появилась огромная семья. Но все же помнят о его черте голоса в голове. И, кажись, произошло невозможное. Иван сошел с ума. Он предал свою семью. Он начал убивать своих подданных. Ивана успешно убили его же люди. Такую потерю человечество пережить просто не смогло. Да, и я не согласен с таким концом. Поэтому все умрут.
Эту карту можно скачать у меня в Телеграме по ссылке в описании.